В целях оказания организационно-методической помощи в рамках нацпроекта здравоохранения «Борьба с онкологическими заболеваниями» Карачаево-Черкесский онкодиспансер посетил врач-онколог Института имени Герцена Александр Кострыгин. Выезд сюда плановый. Мы традиционно с 2019 года ежегодно посещаем наших дорогих коллег, обсуждаем вместе сложные вопросы лечения онкологических заболеваний, обсуждаем планы по дальнейшему развитию. И этот выезд, он также приурочен с целью оказать организационную методическую поддержку Карачаево-Черкесской республики. Современный онкодиспансер в Черкеске функционирует с 2018 года. В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения получено новое современное оборудование, благодаря чему медицинская помощь стала доступнее и качественнее. Сейчас возможности позволяют выявлять ранние формы опухолевых заболеваний в Карачаево-Черкесии. В рамках реализации данного проекта было поставлено в онкологический диспансер 56 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичное оборудование, тяжелое оборудование, как мы говорим, это МРТ, КТ, современное ультразвуковое оборудование, оборудование для операционных, которое сейчас функционирует в полном объеме. В диспансере функционируют два новых отделения – гематологическое и радиологическое, где проводится дистанционная лучевая терапия, которая ранее была доступна только за пределами региона. В ходе реализации национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями мы получили новое оборудование. Это магнитно-резонансный томограф с мощностью магнитной индукции 1,5 Тесла. Мультиспиральный 128-срезовый компьютерный томограф, который позволяет получить за один оборот трубки сразу 128 срезов. Современный цифровой рентгендиагностический комплекс и цифровой маммографический аппарат. Современное спецоборудование позволяет проводить углубленное обследование всех органов и систем с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Данный аппарат, который мы видим, это Varian Unique. На этом аппарате мы проводим дистанционную лучевую терапию таких злокачественных опухолей, как опухоли молочных желез, опухоли легких, опухоли головы и шеи, опухоли малого таза и остальных локализаций. Второй аппарат – это аппарат Сагинова. На нем мы проводим контактную лучевую терапию и, в частности, опухоли гинекологических заболеваний. И третий аппарат – это аппарат Тират. На нем мы проводим близкофокусную рентгентерапию опухолей кожи. Благодаря своевременной диагностике онкологических заболеваний выявляют болезнь на ранних стадиях. Это значительно снижает смертность от злокачественных новообразований. За 2023 год лечение в стационаре прошли более 9 тысяч жителей республики. Впечатление очень хорошее. Лечение тоже очень хорошее, вам честно скажу. Особенно обслуживающий персонал очень хороший. Благодарим их всех, всех благодарим. Огромное спасибо. В стенах операционного блока выполняется весь спектр необходимых манипуляций при удалении злокачественных опухолей, которые ранее были недоступны. Операции при опухолях брюшной локализации, грудной локализации, гинекологические операции в большинстве своем выполняются малоинвазивно, с использованием современного ляпароскопического, эндоскопического оборудования. Это позволяет в кратчайшие сроки восстановиться больным, реабилитироваться и приступить к дальнейшим этапам лечения, если это необходимо. Дарья Тынди, Талиб Астанов, Вести, Карачаево-Черкесия.